комплектацию печи входят 100 кг жадеита, 20 из которых идут в закрытую каменку и 80 в открытые ламели. И когда мы закладываем в каменку камни, у нас они греются со всех сторон. И тот рисунок интересный, у каждого есть свои любители. Размер топки печи 35 сантиметров, длина, ширина 30 сантиметров. Человек, которому мы делаем баню с печью Вайлет, рано или поздно становится нашим другом. И мы находимся в Краснодаре, в нашем магазине, и продолжаем серию роликов, посвященных знакомству вас с продукцией компании Grill. Сегодня я хотел бы вам рассказать об одной очень интересной печи. Печь называется Вайлет. На своих объектах мы устанавливаем огромное количество этих печей, и благодаря печи Вайлет у нас очень много друзей. Потому как человек, которому мы делаем баню с печью Вайлет, рано или поздно становится нашим другом. Как можно увидеть в одном из наших роликов на YouTube, один из владельцев этой печи даже написал стих про нашу компанию. Вот, как правило, такие эмоции вызывает эта печь у ее владельцев. Печь Вайлет, так же как ее старший брат Комета Вега, выпускается из трех видов марки стали. Это 09G2S, 439-я нержавейка, ну и по спецзаказу могут изготовить печь из 310-й нержавейки. Конструктив печи Вайлет очень похож на конструктив печи Комета, но имеет все-таки существенные отличия. Благодаря чему печь Вайлет выделяет более мягкий и приятный пар, но к этому мы вернемся чуть-чуть позже и обязательно покажу, как устроена каменка. Модельный ряд печей Вайлет очень схож с печами Комета Вега, также имеются модели Шот и Лонг с укороченной топкой, которая предназначена для топки из парной, и удлиненной, которая предназначена для топки из предбанника. В комплектацию печи стандартно входит зольный совок, колосники толщиной 5 мм, шестигранник для того, чтобы открутить закрытую каменку, и инструкция по эксплуатации, которую я всегда рекомендую внимательно прочитать, изучить и следовать указаниям инструкции. Также в комплектацию печи входят 100 кг жадеита, 20 из которых идут в закрытую каменку и 80 в открытые ламели. Для чего существуют ламели? Ламели засыпаются полностью камнем, и это такой вид облицовки печи. Если многие печи облицованы камнем, кирпичом, плитами разными, то у этой печи облицовка выполнена в виде кассет, засыпанных камнем. Эти кассеты, они защищают вас от инфракрасного излучения, печка меньше дает фона, и баня становится с этой печью гораздо мягче. Все модели Long для удобства монтажа имеют телескопический топливный канал, который может выдвигаться на нужное вам расстояние. У печей Вайлет, в отличие от некоторых печей торговой марки Grill, всего две дверцы. Небольшая дверца, размер стекла которая составляет 180 на 180 мм, и дверь Window Max, размер стекла которой 280 на 280 мм. У печей Long Window Max в комплекте поставляется вот такая вот рамка. У печей Long имеется маленькая рамка, которую можно докупить отдельно. Размер топки печи 35 сантиметров, длина, ширина 30 сантиметров, и высота топки тоже 30 сантиметров. Что, в принципе, позволяет сделать хорошую закладку дров для того, чтобы приготовить баню. Как я уже говорил, у моделей Long Window Max и Long имеются телескопические топливные каналы, что позволяет увеличить топливный канал на модели Window Max от 14 и до 20 сантиметров. И на модели Long от 10 сантиметров до 25. Крепятся телескопические топливные каналы очень просто. Намазывается наружная часть дверцы герметиком и внутренняя часть топки. Вставляется канал. И крепление происходит через открытую дверь печи. Вот здесь в бока, вверх, с кровельными саморезами. Дверцы Вайлет, как и всех печей Grill, они универсальные. Они могут быть как на левую сторону, также переставляется штырь
и будет дверь на правую сторону. Печь с завода приходит с вот такими вот транспортировочными саморезами, которые не являются элементом крепления топливного канала. Это саморезы нужны для транспортировки, для того, чтобы дверца не выпадала из топливника печи. Многие считают, что этими саморезами как раз нужно крепить топливный канал, но это не так. Металл на печи очень крепкий, скорее всего, вот обычный саморез с пришайбой, со сверлом, он у вас просто обломится. Мы, как правило, когда крепим дверцы этих печей, у нас уходит даже по несколько сверел, потому как даже просверлить вот этот металл довольно-таки тяжело. Но если телескопического топливного канала вам не хватило и у вас какая-то толстая стена, то вам всегда на помощь придет вот такой вот удлинитель зольника и удлинитель топливника, который вы можете установить, обрезать вровень со своей стеной, установить дверь, и все подойдет точно до миллиметра. С удлинителем зольника поставляется вот такой длинный зольный совок, который вы можете обрезать по нужному вам размеру и установить с нужной вам длиной. Печь Вайли делится на два вида по типу сетки, в которую засыпается камень. Есть сетка, рисунок которой называется ромб, и сетка, рисунок которой называется хохлома. И тот рисунок интересный, у каждого есть свои любители, потому как раньше выпускалась печь только с хохломой, и многие просили более такой классический дизайн сетки, поэтому была придумана сетка ромб. Также и все комплектующие Вайлет поставляются в двух вариантах сетки, это ромб и хохлома. Ну а теперь комплектующим, которые можно приобрести вместе с печью Вайлет. Во-первых, это усиление топливного канала, которое устанавливается в топку и служит для защиты стенок печи от высоких температур и для более эффективного горения дров в топке. Сетки двух видов, это Вайлет ромб и Вайлет. Сетка имеет такой же рисунок, как и сетка печи. Она продается в комплекте с камнем, с ней идет 40 кг жадеита. Ну и дополняет вид печи до единого образа. Даже бак с водой, который, как правило, портит внешний вид любой печи, здесь имеет вот такую вот сетку хохлому и смотрится достаточно гармонично вместе с печью. Также на трубный теплообменник Вайлет был встроен стандартную сетку. На этой сетке рисунок хохлома, также она может быть ромб. Теплообменник занимает всего 40% от объема всей сетки. Все остальное засыпается камнем. С теплообменником также в комплекте поставляется камень жадеит. На нашей витрине показано, как можно установить печь, с каким набором элементов. Можно установить сетку, также можно установить сразу старт, обычную сетку ромб, шибер и дальше дымоход. Можно на печь сразу поставить сэндвич-дымоход, можно установить теплообменник, ну либо бак. Все печи Вайлет покрашены силиконовой термостойкой краской, которая позволяет долгое время печи сохранять свой шикарный внешний вид. Ну и к злополучному вопросу, на какую же кубатуру рассчитаны данные печи. Конечно же, в паспорте печи указаны кубатуры, на которых она работает. Но я из опыта своего монтажа, и так как мы их устанавливаем очень много, я могу сказать, что эта печка одинаково хорошо работает и на 10 кубах, и на 15, и на 20. На мой взгляд, максимальное значение парилки для этой печи это 20 кубов, а минимальное, конечно, 10. Многие производители банных печей в нашей стране почему-то считают, что у нас у всех огромные просто парилки кубатурами от 20 кубов и больше, размерами 3 на 3, там 3 на 4. И поэтому даже не выпускают печи, рассчитанные на кубатуру меньше 18 кубов. Но мой многолетний опыт показывает обратное. Как правило, 90% клиентов, которые обращаются в нашу компанию, у них у всех парные 2 на 2, там 2,5 на 2,5, редко встречаются большие парные. И как раз печь Вайлет идеально работает на маленьких парных. Я считаю, что для небольших парильных помещений это одна из лучших печей за разумные деньги. Также с печью Вайлет в комплекте поставляется 100 кг жадеита. Если убрать из стоимости печи стоимость камня, то получится очень разумная цена за подобного рода печь. Ну а теперь главная особенность этой печи – это ее закрытая каменка. Но к ней не так просто добраться, поэтому нам нужно взять шестигранник, который идет в комплекте вместе с печью, и снять верхнюю крышку.
Делается это просто. На верхней крышке есть 4 шестигранника, которые нужно открутить. Откручиваем шестигранники и снимаем крышку. Ну вот, открутили шестигранники и снимаем верхнюю крышку. Кстати, обратно ставить верхнюю крышку, в принципе, и не обязательно. Многие любят, когда сверху на печи уложен камень, и можно с ковша поливать сверху воду, также отвары какие-то. И у нас были такие клиенты, поэтому вот эту вот крышку обратно вы можете и не ставить. Можно засыпать сверху камень и оставить печку так. Все точно так же работает, приобретает своеобразный внешний вид, но это тоже имеет место быть. После того, как мы сняли верхнюю крышку, мы можем увидеть патрубок дымохода, который имеет 115 диаметр. Стандартные воронки грилд, сетки, которые не позволяют воде, которую вы залили, выплеснуться обратно в виде пара. Ну и стандартное прочистное отверстие, которое позволяет почистить печь без разбора дымохода. Для того, чтобы добраться до закрытой каменки, нам еще нужно снять навесные ламели. Снимаются они просто. Здесь есть вот такие вот болты с барашками. Откручиваем и снимаем две ламели. При необходимости можем снять еще одну. Делается это просто вот одной рукой. Мы разбираем заднюю часть печи и можем увидеть закрытую каменку. А также, когда вы монтируете печь, вы можете открутить все ламели, снять их, убрать в сторону для того, чтобы они не поцарапались, и установить их только тогда, когда у вас будет закончена вся баня, что позволит сохранить внешний вид печи, не поцарапать, не помять облицовку. Вот мы добрались до закрытой каменки. Здесь опять есть барашки. Также приварены шпильки на точечную сварку для того, чтобы когда вы после закладки камня закрываете крышку, раньше здесь стояли болты, чтобы они не упирались в камень. Открываем крышку. На задней крышке каменки мы видим форсунку. Как раз из этой форсунки выходит тот знаменитый звук вьюги, который издают печи грилд. Закрытая каменка печи Вайлет имеет схожий конструктив с ее старшим братом печью Кометой и имеет похожую конструкцию. Но отличие в том, что у этой каменки есть в центре газоход, и когда мы закладываем в каменку камни, у нас они греются со всех сторон. Здесь также присутствуют три газоходных канала по стенкам закрытой каменки. По трем стенкам закрытой каменки здесь, здесь и здесь идут газоходные каналы, а также есть еще один канал в середине, что позволяет равномерно нагревать все камни закрытой каменки. Температура камней закрытой каменки может достигать 450 градусов. И каналы заливных воронок расположены на разном уровне, поэтому воду нужно периодически подавать и сюда, и сюда. Поэтому на выходе мы получаем хороший мелкодисперсный пар. При правильной закладке закрытой каменки временной интервал восстановления температуры камней очень маленький. А как же сделать правильную закладку закрытой каменки? На этот вопрос, наверное, можно отвечать бесконечно, но я еще раз на всякий случай расскажу. Закрытая каменка всегда забивается на 70%, не подверх, а примерно вот так. И последний камень, который укладывается в каменку, укладывается так, чтобы не перекрыл вот это вот отверстие. Если камень упадет, закроет отверстие, у вас не будет вьюги, а также некуда будет пару выходить. Многие думают, чем больше камней я сюда запихаю, тем сильнее и больше печь будет выдавать пара. Это не так. Всегда нужно оставлять место для взрыва пара с камней. Что же лучше всего сюда заложить? Сейчас появилось много разновидностей всяких закладок из нержавейки. И я рекомендую укладывать на дно каменки именно нержавейку, а сверху укладывать хорошие камни типа нефрит. Многие экономят и укладывают сюда вовнутрь камни слабых пород, таких как габродиабаз, малиновый кварцит, кварц там, ну и так далее. Эта печь может превратить все эти камни в мусор буквально за 3 дня. Поэтому на
камнях закрытой каменки экономить нельзя. Сюда нужно закладывать только самые твердые породы. В этом году в Ногинске на банном фестивале «Банифест» одной из компаний была допущена большая ошибка. Они заложили кварц в эту каменку, и за 3 дня «Банифеста» на дне образовалась просто куча песка. Поэтому не экономьте на камнях и ложите хорошие камни. Но теперь объясню простыми словами. Конструктив этой каменки за счет того, что со всех сторон идут газоходы, позволяет вам, в принципе, через 20 минут после того, как вы затопили печь, получать вот отсюда уже мелкодисперсный пар. Допустим, вы пришли в холодную баню, топите какое-то время печь, там час или полтора, нагрели закрытую каменку до 450 градусов, после чего вы идете париться, поддаете сюда воду, в этот момент у вас температура каменки падает, допустим, до 200 градусов, и буквально через 2, максимум там 3 минуты температура каменки опять будет 500 градусов. Поэтому каждый ковш, который вы льете в эту печку, он у вас идет, снимается пар с максимально нагретых камней. Как же правильно пользоваться этой печью? Для эффективной работы закрытой каменки всегда в печи должно поддерживаться активное горение. За счет этого идет по газоходам постоянный нагрев камней, и печь выдает максимально эффективный пар. Ну а если печь у вас перестала издавать звук вьюги, значит, либо какой-то из камней упал и закрыл форсунку, либо камни, которые находятся в закрытой каменке, приходят в негодность. Когда печь воет, значит, она правильно работает. Если звук стал низкий такой, ну, еле слышимый, значит, что-то уже произошло с камнями и нужно обслуживать каменку. Я всем своим клиентам всегда рекомендую регулярно раз в 3 месяца обслуживать закрытую каменку, так как температуры очень большие и все равно даже от хороших камней отлетают осколки, поэтому нужно разобрать ламели, раскрутить закрытую каменку, достать камни, обслужить печку, убрать снизу весь мусор и обратно заложить каменку. Но я скажу, эта печь находится в среднем ценовом сегменте. И многие производители бань-бочек, каркасных зданий, ввиду низкого бюджета строений, очень редко используют эти печи, и, на мой взгляд, очень зря, потому как эта печь идеально подходит для этих строений, потому как она как раз и рассчитана на маленькие парные, а также не имеет большого инфракрасного излучения, довольно безопасная печка и создает в маленькой бане очень хороший микроклимат. Назову размеры топливного канала. Вдруг вы в данный момент как раз выкладываете стены своей будущей бани, и эта информация вам пригодится. Ширина топливного канала модели Long Window Max 320 мм. Высота 490 мм. Ширина топливного канала модели Violet Long 200 мм. Высота 390 мм. Ну и в заключение я хотел бы сделать небольшое сравнение печей Violet и Комета Вега, потому как вопрос: «Толян, ну подскажи, что мне купить, я уже тут хожу, всю голову сломал, Violet или Комету», звучит в этом магазине стабильно минимум раз в 2 дня, ну еще пару раз в день мне звонят на телефон. Давайте разберемся и сравним их. Ну, во-первых, цена. Violet, естественно, дороже, чем Комета Вега, по причине того, что вместе с ней идет 100 кг жадеита. Если мы достанем этот камень и переложим в эту печку, то стоить они будут абсолютно одинаково. Объем камней закрытой каменки: здесь 20 кг, здесь 20 кг. Здесь 80 кг в открытой каменке, здесь 80 кг. Но здесь это все-таки облицовка, а здесь полноценная открытая каменка. Комета Вега — это больше печь-сетка, в которую засыпаются камни. Здесь, так как камень поставляется мелкой фракцией, все-таки облицовка, выполненная из кассет, засыпанных камнем. Модельный ряд дверей, что у Violet, что у Кометы, абсолютно одинаковый, только у Кометы есть еще дополнительная дверца Window. У обоих печей есть комплектации Long для топки со смежного помещения, также есть и Shot для топки изнутри парной. А вот закрытые каменки у этих печей разные. Если у Кометы есть 3 газохода по периметру, то у закрытой каменки печи Violet есть еще центральный газоход, который позволяет камни в закрытой каменке нагреть до большей температуры.
Температура камней в закрытой каменке кометы Вегги может достигать 400 градусов. У Вайлета она градусов на 50 больше, до 450 градусов. Поэтому пар у печи Вайлет, он гораздо мягче, чем у печи комета. Внешний вид и дизайн печей тоже разные. У кометы более классический, у Вайлет более своеобразный дизайн. У нас были объекты, где очень круто смотрелась комета, в других объектах гармонично смотрелась Вайлет, причем на разных по-разному, где-то ромпа, где-то хохлома. Особенности монтажа обоих печей практически одинаковые. Единственное, у Вайлет более богатый набор дополнительных элементов. Длины топливных каналов, а также рамки к ним абсолютно одинаковые. Возможность прочистки дымохода без его разбора есть у всех печей благодаря прочистным отверстиям. Диаметры дымохода тоже одинаковые. Оптимальные объемы парных, на которые рассчитаны эти печи, у кометы, на мой взгляд, 15-25 кубов, у Вайлет 10-20 кубов. Ну и напоследок хочу сказать, что я очень люблю эти печи монтировать, а также очень люблю ходить в бане, где эти печи установлены, а эти печи установлены у многих моих друзей и знакомых. И мне очень нравится этот пар и нравятся те эмоции, которые вызывают эти печи. И что печь Вайлет, что печь комета, я считаю, это одни из лучших печей для русской бани за разумные деньги. Я уже когда-то это говорил, но повторю еще раз. Я считаю, что у каждой печи грилд есть душа, потому как эти печи делаются с душой. И, на мой взгляд, печь комета Вега – это все-таки мужик, у которого есть характер, у которого есть мощный яркий пар. А печь Вайлет – это все-таки женщина, у которой помягче пар, мягче температура. И поэтому, какую печь выбрать из этих двух, я вам не подскажу. Их нужно выбирать не умом, а душой. Вот какая вам по душе, за такой приходите, такую берите. И та вам сделает настоящую русскую баню, и вы получите удовольствие. Хочу еще сказать, что равнодушных заказчиков, которым мы сделали баню с данной печкой, у меня еще не было. И как раз к одному из них мы сейчас с вами поедем. Покажешь баню нам? Не вопрос, заходите. Я смотрю, у тебя тут есть регулятор. Это да, здесь теплый пол, бойлер висит, чтобы крепкие морозы, вот, кстати, которые были у нас 21. Все здесь прекрасно было, плюсовая температура. Душевой тоже, да, теплый пол? Нет, сюда не заводил. Вот. Ну а здесь пламенный мотор стоит, с которым я, допустим, расставаться не хочу. Здесь нет полков, которые сделаны в нескольких уровней, двухэтажных этих насестов, как я их называю. И удобно садиться, и во время парения довольно-таки свободно себя чувствуешь. Нет у тебя тут замерзших в бане? Ни одного пока что. Быстро набирает температуру парной. Момент, когда подкидываешь дрова, запах, запах. Настоящий запах русской бани на дровах. Оказывается, не только я видел, как парильщики машут вениками. Вон можно посмотреть в топке, сколько осталось еще от второй закладки дров. Хороших, качественных, правильных парилок, которые радуют вот людей. Их становится как можно больше. Берем ковш воды. Одну воронку, а потом вторую.